проблемы. Нужно разобраться и понять, может ты жертва замкнутой системы. Как теперь подвохи опознать? Если работа не приносит радость, можно ее смело поменять. Очень разумно, не впадая в крайность, честно по призванию шагать. Больше без свободы, меньше дел и давления, мы не в рабстве можем выбирать. Просто нужен верный выбор и стремление делать то, что нравилось бы нам. Следуя за тем, что может дать вдохновение, сердце зов нас будет направлять. Жизнь прожить нам надо в радости и веселье, чтоб не за гроши себя your soul. Freedom is essential for your life, more than money and your